Культура. Тема лекции. Значит, надо сказать, что мои попытки у культурологов, а культурологи у нас целое отделение имеют в Институте философии, выяснить, что такое культура, но не сразу увенчались успехом, поэтому мне пришлось сделать собственное изыскание по вопросу о том, что такое культура. Обычно, если берешь литературу, там пишут, что есть 500, или говорят, 500 определений культуры. Но если есть 500, значит, есть и одно. Дайте хотя бы одно. И вот тут возникают проблемы. Ни одного определения культуры дать не могу. Может, вы сможете сказать, что такое культура? Все создано человеком. А? Все создано человеком. Все, что создано человеком. Вот то, изуродованные, значит, реки, моря, грязь, все, что создано. Много нехорошего создано. Вот эти печи, в которых сжигали людей, это тоже культура, да? Да? Так считаете? Ну, а человек же не только хороший. Культура – это все искусственно сделано. Все искусственно сделано. Если виселицу сделали, это культура. Виселицу, если сделали, это культура. Виселицы поставили и начали вешать людей. Это культура? Это плохая. Что значит плохая культура? Так плохая культура – это культура? Ну, да. То есть виселица – это культура, но плохая. Да. То есть есть две культуры – хорошая культура и плохая культура. Но есть же некоторые культуры, жертвоприношения, но это тоже считается частью этой культуры. Что есть? Например, что? Что? Не услышал слова. Человеческие жертвы. Ну, надо определение дать культуре, а потом уже обсуждать. Надо дать такое определение, под которое бы попадала культура. И не попадала бы ни культура. И без культуры бы туда не попадала, правильно? И противоположной культуре, чтобы туда не подпадала. Мы же в определении говорим. Все, что создано человеком, принимаемое обществом, как образец. Ну, все, что создано. Вот виселицы созданы были, газовые печи. Какой? Каким? Принимаемое обществом. Принимаемое? Ну, оно и принималось. Общество и принимало. Еще как принимало. Ну, ура! Разве этот германский рейх не принимал обществом? Ну, ура! Принимал. Ну, вот надо так дать, чтобы тут все-таки было явление противоположное человеческой культуре, чтобы они выступали как противоположные, а не как соответствующие. Правильно? Какие еще есть попытки? Нету? То вы не знаете, что такое культура? Знаю, но не скажу. Ну, что такое культура? Ну, то есть, вот на самом деле вопрос это непростой. Как правильно определить? Непростой вопрос. Вот мне пришлось по заказу журнала «Кредо» писать такую статью «Культура и политика». Ну, и пришлось поэтому разбираться в литературе соответствующей и убедиться в том, что хороших определений нет. То есть люди говорят о культуре без определений. Как бы это имеется в виду, а что имеется в виду? Вот. Но никогда я не видел, чтобы люди, которые говорят про 500 определений, хоть одно из этих 500 могли назвать. Значит, культура – это накопленный опыт человечества. Опыт накопленный. Материальный и духовный. А опыт человечества состоит, в частности, в том, что газовые печи и виселицы – это явление противоположной культуре. Правильно? Опыт человечества. То есть был такой опыт.
и обществом признан как отрицательный, как не входящий в культуру. А опыт входит, опыт человечества входит, сам опыт, опыт борьбы вот с этими отрицательными явлениями, он входит в культуру. Фашизм в культуру не входит, а опыт борьбы с фашизмом входит. Правильно? Борьба с фашизмом входит в культуру? Входит. Нюрнбергский процесс входит в культуру? Входит. А и документы его? А вот сегодня очень широко исследует, изучает и пропагандирует, я бы сказал даже, биографии, жизненный путь руководителей Германского рейха. А если вы что-то берете для исследования, то вы берете отрицательное берете и начинаете его рассматривать, оно превращается в бытие. И тогда оно уже, раз оно превращается в бытие, оно выступает уже как позитивное. То есть у нас не изучены биографии тех, детально не изучены биографии тех, кто боролся с фашизмом, а вот биографии фашистов у нас и их руководителей вовсю изучаются. Дескать, ну это же было? Было. Так вопрос стоит, как это изучать? Есть такой рефлективный образ образования. Если вы собираетесь изучать опыт борьбы с фашизмом, то обязательно в этой борьбе в отраженном виде будет и представлена и борьба с теми, с кем они боролись, с фашистами, правда? То есть фашистские главари будут представлены именно как фашистские главари, а не как вот добропорядочные отцы семейства. Как они любили детей, чего они читали. У вас книжка есть? Написана книжка? Нет, а Гитлер написал «Майн Кампф» книжку. А вы нарисовали картину? И Гитлер нарисовал картину. То есть мы должны, когда мы оцениваем какую-то деятельность, мы должны вот не забывать о том, что речь идет о развитии. Мы с вами уже обогащены чем? Обогащены пониманием категории развития. Да? Развитие – это что? Это движение низшего к высшему, простого к сложному, поэтому это вот есть некий критерий, по которому оцениваются разные явления. Вообще накапливается, грязь накапливается. Если не подметать, накопится много грязи. Если настройки не убирать, накопится много строительного мусора. Накапливается, что только не накапливается. В организме человека накапливаются шлаки и так далее. Они могут привести к преждевременной смерти. Поэтому просто, значит, сказать, что накапливается, нельзя. Накапливается, вот, накапливается опыт человечества, это да. То есть опыт борьбы, в том числе с отрицательными явлениями, процессами и даже материальными объектами, если в этом есть необходимость. Да? То есть газовые печи надо рушить, виселицы уничтожать, а не сохранять их. А фотографии о том, как вот у нас есть фотографии о том, как повесили гитлеровских преступников у памятника Калинину на Калининской площади, на площади Калинина в Ленинграде. Вот это вошло в культуру, и что так и должно быть врагами человечества. Да? И, скажем, тот же самый Нюрнбергский процесс, который показал, как покарали этих фашистских преступников, к чему их приговорили, тоже вошел, конечно, в человеческую культуру. Теперь как вот тут сочетается это самое... Ну, во-первых, культура какая бывает? Материальная и духовная. Материальный опыт человечества и духовный. Поэтому если, скажем, для археологов непосредственно это вот черепки и части каких-то там предметов, то, в общем-то, ну вот если мы смотрим с этой позиции культуры, да, это вот материальный опыт человечества. Вот как человечество что создавало и как... Какой был прогресс в создании материальных благ. Правда? Он все время шел. И вот даже так, может, странно, так сказать, кажется, что вот были, есть музеи, можно посмотреть и каменные ножи, и луки, и стрелы с наконечниками. А вот, скажем, современных станков, вот где вы можете посмотреть, как, какие сейчас, какая техника на современном производстве. Это что, не важно? Это же тоже материальная культура. Вот какие у дикарей были, это важно. А как-то мы доходим до нашего времени, уже мы и не знаем. А так организовано наше общество на сегодняшний день, что на завод
как бы вот никто из присутствующих даже и попасть не может. Никоим образом. Там имеются частные охранники и никакие, скажем, разговоры, что я историк, хотел бы увидеть современное предприятие. Иди отсюда. Хотел. Но это относится и в равной степени ко мне, так же, как и к вам. Вот я, скажем, поскольку сотрудничаю с профсоюзом, Российским профсоюзом докеров, и являюсь консультантом правкома докеров акционерного общества «Первый контейнерный терминал», они мне оформляли пропуск в порт. Но пропуск оформляется через ФСБ, потому что это граница. Границу. Порт – это граница наша с другими государствами. Вот, и, соответственно, оформляли и проезд на автобусе прямо, чтобы я мог доехать до порта. Вот я могу посмотреть, мог смотреть, пропуск закончился, я уже больше ни на одно предприятие «Сия Руси» попасть не могу. Хотя было время, когда я читал примерно 500 лекций в течение года. Когда я работал на экономическом факультете, у нас был порядок такой, что все, кто преподает в ВУЗе, преподает общественные дисциплины, должны читать лекции широко. Поэтому у нас нагрузка была примерно в два раза меньше, чем у представителей конкретно экономических специальностей. Там у них, допустим, 800 часов, а у нас 400 часов. Но мы должны читать лекции были. Ну вот я 500 лекций в год читал на предприятиях. И очень я представляю себе картину, так сказать, и на Балтийском заводе регулярно, и на Северной верфи, и на Кировском заводе многократно, и на Северной заре, и на Красной заре, и так далее. То есть легче было пересчитать, где мы не были. А сейчас, вот скажем, хотя я являюсь и обществоведом, и профессором по кафедре экономики и права, у нас нет никаких каналов, так сказать, ознакомления с тем, что имеет место в современной индустрии. Читайте газеты, смотрите картинки, то есть изучайте по средствам массовой информации. И все. Так, значит, культура, накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Материальная культура мы выделили. Материальная культура особо важна для изучения, поскольку это вот материальная основа существования общества. Вся духовная культура базируется на наличии материальной, правильно? Вот для того, чтобы мы здесь могли заниматься в этом здании вопросами историческими, для этого должно быть построено это здание, должна была быть построена эта аудитория, оснащена соответствующей мебелью, и эта аудитория должна быть акустически приспособлена для чтения лекций без того, чтобы применять микрофоны. Если я тише говорю, то не потому, что она плохая по акустике, а потому что, в общем, это достаточно громко слышно. Хотя мне вот в обратную сторону не очень слышно всегда. Я думаю, что вы меня слышите. Мы оснащены отоплением, освещением. И это все. Это материальные элементы культуры, без которых не может быть никакого обучения. Вы, наверное, рано, когда приходите, всегда видите, вот есть женщины-уборщицы, которые протирают все полы, убирают, так сказать, все ковры резиновые, пыльные и грязные, и мы, так сказать, с вами находимся в этом положении. Наверное, вы знаете, что в любом музее есть гардероб, где люди пожилые, так сказать, вешают ваше пальто, и где есть куда их повесить, и есть прекрасные залы, которые строятся. А кто их строит? Люди, которые, может быть, на концерты и не пойдут. Вот у нас построена совсем недавно сцена, вторая сцена Мариинского театра, да? Построен концертный зал. Концертный зал не построен, а переоборудован. Там было помещение, в котором хранился реквизит и принадлежал театру Мариинскому. Ну, вот это помещение переоборудовано, капитально отремонтировано. И там тоже прекрасно видно, и там прекрасные концерты, вот выступавшие золотые призеры конкурса Чайковского, там выступали, и концерты там регулярно проводятся, в концертном зале, и все это, так сказать, на расстоянии одной остановки. Тут Мариинка-1, Мариинка-2, и на улице Декабристов стоит концертный зал. Ну, вы прекрасно понимаете, для того, чтобы существовал русский музей,
нужно, чтобы это помещение отапливалось, чтобы оно приводило в порядок, ремонтировалось. Чтобы картины сохранялись, нужно поддерживать а. температуру, б. влажность, иметь соответствующие приборы. То есть все это связано с материальной основой культуры. Хотя цель картин, цель вот картин, или цель музыкальных произведений, или цель литературных произведений, что? Цель там постижение в понятиях или постижение в образах? В образах. В образах. Вот мы пришли в один и тот же зал концертный, сидим, слушаем одно и то же произведение. У вас одни мысли, у меня другие. Правильно? Но! А образы, если это грустная музыка, то она и для вас грустная, и для меня. А не то, что для вас грустная, для меня веселая. Так не бывает. То есть постижение в образах. Вот у Гегеля в работе «Феноменология духа» говорится, что есть три формы постижения мира. Религиозная, когда наши земные дела изображаются в качестве дел на небесах, и соответствующие есть преподобные люди, нам подобные, которые изображаются таким образом, что как бы мы им подобны. Во всяком случае, мы друг на друга похожи. Видно, что мы одинаковые. Не так, что вот как изображают пришельцы с других планет. Обязательно у них какие-то уши такие торчат, и зеленого цвета они трупные. Тут не так. Тут если это Мадонна, так она похожа на молодую мать, правильно? Или можно сказать... Мать похожа на Мадонну. И так, можно сказать, и так. Преподобные, две подобные фигуры. То есть в любом случае, когда мы говорим о постижении в образах, это касается всего искусства, речь идет о непосредственной передаче чувств, которые не оформлены в понятиях. Не оформлены в понятиях. Мне для того, чтобы, так сказать, приобщиться к искусству музыкальному или художественному, так, прийти к картинам великих художников можно и без того, чтобы это словесно выражать. Правда, при этом что-то говорится и что-то пишется, но это не играет существенной роли. Правда, как программка там, какого-нибудь произведения, вот полторы странички написано, а потом три часа исполняет это либретто, да, когда речь идет об опере. Три часа. А написано, ну еще написано, там ничего особенного. А музыка потрясающая, скажем, Щелкунчик, балет Чайковского. Про кого? Да вот там каких-то мышей, потом про этого Щелкунчика, с помощью которого орехи щелкает. У нас дома такой был. Из дуба сделанный, раз, это туда закладываешь орешек, нажимаешь, и, так сказать, пожалуйста, получается. Ну про это, что ли, музыка? Нет. А музыка там сказочная. Или «Пиковая дама». Что, про игру в карты, что ли, музыка? Про игру в карты? Про старуху там? Про того, кто ее убил? А музыка совершенно потрясающая, правда? Она выходит за рамки там, того, что обозначено якобы в этих словах. Потому что слова там принципиального значения не имеют. Поэтому иногда бывает опера в концертном исполнении. Так? Когда вообще, так сказать, не изображается, что происходило. Или музыка из оперы, она тоже имеет самостоятельное значение. То есть область культуры, если говорить уже об искусстве конкретно, это область постижения в образах, а не постижение в понятиях, к чему относится наука. И понятно, что и для того, чтобы эта сфера существовала, необходимо иметь соответствующие материальные блага и основу. Другими словами, работников всех сфер культуры нужно кормить, платить им зарплату. А что значит платить зарплату? То есть они должны иметь возможность получать материальные блага на свое существование. При этом необходимо иметь соответствующее здание, сооружение и аппаратуру, скажем, для музыкантов нужны хорошие музыкальные инструменты, без которых они не могут играть.
Иногда смотришь на вот скрипку, то несет, ему легко нести, а контрабас кто несет, как ему тяжело. Но они все выполняют роль коллективного музыканта, правда? Вот Маркс писал, что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает согласование индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. И вот, так сказать, это тоже элемент культуры. Но всякий оркестр предполагает наличие не просто музыкальных инструментов, да, симфонических, а замечательных музыкальных инструментов, которые отвечают всех высочайшим требованиям. Без этого, как говорится, будет диссонанс, не тот звук, и не будет передачи чувства, а нужно чувство передать. Вместо легкого дуновения ветерка, значит, какой-то грохот или скрежет. Это недопустимо. Потому что при всей виртуозности музыкантов все равно мы не можем уйти от того, что они, скажем, играют на этих инструментах. Удыховые, между прочим, это такие инструменты, которые нужно, во-первых, их со своим дыханием оживлять, а во-вторых, прочищать время от времени и так далее. И барабан, может быть, должен быть такой, который не вносит диссонанс в музыку, а такой, который подчеркивает то, что нужно подчеркнуть. Скажем, у нас вот создан Дом музыки на Красных холмах в Москве. В наше время же построен, не так давно. Я бы не сказал, что там располагаются те, так сказать, музыканты, которые являются самыми лучшими, но, по крайней мере, он служит делу музыки. Например, самый лучший наш оркестр, Российский национальный оркестр, ютится в бывшем зале кинотеатра. Репетиционный там для него, так сказать, зал создан. Хотя он самый лучший оркестр, и возглавляет его вот наш гениальный, можно сказать, музыкант современности Михаил Васильевич Плетнев, равного которому, я думаю, сейчас просто и нет никого в мире. Музыкант, который является и дирижером, и пианистом, и композитором, художественный руководитель Российского национального оркестра. Но государство поддерживает ее, и государственные премии он получает, и государственную поддержку, этот самый коллектив. Так что не сказать, что он без поддержки существует, а без поддержки существовать очень тяжело в наше время. Если. Или, скажем, если он едет на гастроли, это значит, надо перевести и сохранить все документы, все инструменты при этой перевозке. То есть вопрос о материальной культуре, он настолько близок вот к тому, чему эта материальная культура служит, что его этот вот вопрос о материальной культуре оторвать невозможно. Или вы не представите себе, скажем, ну как бездомные, так сказать, бомжи пойдут в филармонию? Или люди, у которых нет денег даже на то, чтобы прокормиться? И тем более, что тенденция к увеличению цен на билеты, она совершенно очевидная. Она начинает разгонять действительных ценителей музыки, пока она решается таким образом, что во многом там ряд пенсионеров по пенсионным билетам дают им дешевые билеты и в Мариинку, и в зал нашей филармонии. И в филармонии существует такой порядок, что если есть места, то вам предложат пройти и сесть не на те места, которые вы купили, а те, которые ближе. Потому что ничего хорошего для исполнителей, когда впереди зияют, так сказать, пустые места, а сзади все заполнено, нет. Но если вы пойдете уже в другие учреждения, как, скажем, спортивные, там уж если вы заплатили, только там и будете сидеть. Вас никто не попросит и не передвинет. Или вас сгонят с этих мест. Там другой принцип. Там принцип такой, здесь вы пришли, чтобы заплатить деньги. И вот сколько с вас денег взяли, вот так, соответственно, и сидите. А люди здесь пытаются как-то решить эту проблему, в том числе администраторы этих органов культурных и этих организаций,
чтобы ну, не было так тяжело играть оркестру и выступать, потому что выступать перед залом, в котором есть пустые места и зияют, не очень здорово. Ну, что вдохновляет вообще артиста? Сказать, что зарплата. Я думаю, что опыт вообще человечества не подтверждает это. Вдохновляет, во-первых, так сказать, успех. Вот чтобы люди похлопали и принесли цветы. А что будет с этими цветами, никого уже не волнует. Потом. Никого не волнует. Важно, чтобы это было сейчас. То есть, как вы хотите воздействовать на работников культуры? Вы хвалите их за хорошее, а за плохое не ругайте. Правильно? Потому что вы его поругаете, а он не сможет потом хорошо играть. Это другая сфера, тут другой должен быть подход. Это тоже есть культура. Обращение с деятелями культуры есть тоже. Накопленный опыт человечества. Ничего не нужно артисту, кроме одного – внимания. Чтобы, так сказать, он видел, что его творчество нужно людям. Больше ничего ему не нужно. Маяковский говорил, что ему, кроме вот свежевымытой рубашки, ничего не надо. Ну, и мы знаем других культурных людей, скажем. Какая мебель у Ленина была? Так, кровать, стол, стул. В другом месте он где жил? Кровать, стол, стул. В третьем месте. Кровать, стол, стул. Все. Все. Так, товарищ Сталин, которого говорят, вот он, так сказать, чуть ли не, так сказать, диктатор величайший. Ну и что? Один и тот же зеленый френч, сапоги. И что оставил? Какое наследство своим родственничкам? А никакого и не оставил. Лев Толстой из другой области. Он уже чувствовал, что его родственнички будут его произведения потом использовать для того, чтобы, так сказать, все доходы получать за разрешение на публикацию. Он взял и объявил, что он разрешает после его смерти голосовать кому угодно и как угодно их печатать. И он и так величайший писатель мировой величины. Но кроме того, его произведения так широко изданы, просто потому что никто не спрашивает. А я напечатаю, а потом завтра вы придете и скажете, а деньги где? А где? Я вам не давал разрешения это печатать. То есть, вот если мы проследим, что нужно для современной культуры, для духовной, если мы возьмем науку, у нас есть здание и сооружение Академии наук. Вот вы посмотрите, у нас есть в Ленинграде здание с колоннами рядом с памятником Ломоносова, выходит на набережную. Раньше там все время проходили серьезные мероприятия. Там было вот, Ленинградское отделение Академии наук, эти бурные всякие встречи и так далее. Оно в последнее время очень слабо функционирует, наверное, вы замечаете, и в каком-то находилось запустении, как, впрочем, и Академия наук. Кто сейчас управляет всеми институтами, всем имуществом Академии наук? Есть такая организация ФАНО, после реформы Академии наук, ФАНО, которая как бы руководит всей хозяйственной деятельностью всех институтов. ФАНО возглавляет ее, это ФАНО, достаточно молодой заместитель министра финансов Котюков. Наверное, он хороший министр финансов, но, как вы понимаете, к науке не имеет никакого отношения. Но он решает, какие институты и как будут развиваться. И он, конечно, консультируется с товарищем Фортовым, который президент Академии наук, известный физик. Но он консультируется, но не обязан делать так, как считает товарищ Фортов. Потому что в чем был фокус, так сказать, Академии наук СССР? А фокус был в том, что деньги выделяются государственные, а решает вопрос об использовании по поручению государства этих денег самые крупные ученые, которые имеют, так сказать, взгляд научный, очень далекий, которые смотрят десятилетия вперед. И, скажем, не было у нас иначе ни космической программы, ни ядерной программы, если бы, скажем, замминистра финансов, очень даже хорошие, решали бы вопрос, а что развивать, а что не развивать. Та же самая ситуация и с профсоюзами. Например, профсоюзы раньше распределяли
Фонды социального страхования, государственные. Государственные фонды социального страхования у нас есть. То есть в случае несчастья, болезни, есть социальное страхование. И есть, соответственно, управление этим. Кто управлял? Профсоюзы. Почему? Ну, они ближе к трудящимся. Им виднее, кому надо дать помощь. Они тоже могут ошибиться. Но чиновник, он далекий, он тем более ошибиться обязательно. Ну, как чиновник может решать, кому и как, куда направить средства государственные на развитие науки? Ну, как он может? Ну, только если он, так сказать, работает под управлением непосредственно Президиума Академии Наук. А это как раз управление отсутствует на сегодняшний день. На сегодняшний день Президиум Академии Наук должен приходить и клянчить: дайте нам бумаги, что мы хотим напечатать то, дайте нам все, дайте нам это. Вам говорят: денег нет. Или вот совсем недавно, я уже об этом говорил, совсем недавно я прочитал, вот как раз направляясь на работу в газете, сообщение о том, что возмущены и протестуют аспиранты институтов Академии наук. Почему? А потому что у них стипендия, у них плата за проживание в общежитии аспирантском стала 7,5 тысяч. Я не знаю, какая сейчас, есть ли у аспирантов вообще стипендия. Если она есть, то, я думаю, она близка к этой величине. То есть люди должны умереть с голода и заплатить за жилье. Но это аспирант, это будущий кадр, это будущее науки. И это будущее науки, значит, вот оно по решению того же самого ФАНа, а ФАНа создало Федеральное агентство научных организаций под водительством Котюкова, ФАНО. Оно создало специальную, как водится, коммерческую организацию, которая занимается жилищными вопросами. Дескать, само оно не будет уже. Вот есть. А что такое коммерческая организация? Чем она? Какая у нее цель? Да все та же. Какая? Прибыль. Но если она для коммерческих целей, то никакой другой цели у нее не будет. Да у Академии наук нет задачи прибыль. Вот ей выдали средства, бюджет Академии наук, и она должна использовать этот бюджет наилучшим образом для развития науки. Нету цели извлечения прибыли. Нету. Давайте мы это уберем. И вот мы получили уже такую ситуацию, когда и перспектив не знает, и неизвестно, и плана нету. А как дальше будут финансировать? Мы начинаем с вами крупную тему. Будем строить синхрофазотрон. А зарплата будет для тех, кто будет на нем работать? Мы не знаем. А когда узнаем? Не знаем, когда узнаем. А почему мы не можем спланировать развитие бюджета? Ну, потому что у нас вот есть закон о стратегическом планировании в нашей стране, а стратегического планирования нет. Нету никакого плана, нету никакого, ни на сколько. Даже хуже того дела, есть трехлетние планы финансовые, а это вот опасная вещь. То есть, не зная, как будет развиваться экономика, мы финансы уже спланировали. То есть, она уже не вырвется из этих планов. То есть, финансы уже сковали экономику, они, хотя первично это экономика, а финансы – это просто ее отражение в деньгах. Это те доходы, которые получатся от развития науки. Так вы запланируете рост производительности труда и, соответственно, финансы. А у нас есть основа для планирования вот этой нашей всей материальной основы культуры? Есть. А в чем основа? В чем основа этого планирования? У нас есть государственный сектор. Что входит в государственный сектор? Туда входит, во-первых, соответствующие предприятия. У нас есть государственные предприятия: «Газпром», «Роснефть», ОРЖД. У нас есть кораблестроительная корпорация, у нас есть «Ростехнология», у нас есть авиастроительная корпорация, у нас есть двигателестроительная корпорация, есть приборостроительная корпорация. У нас есть колоссальная собственность государства в виде зданий и сооружений. Но вот это все имущество, это что такое? Это материальное. Культура материальная. Потому что что такое предприятие? Что такое корпорация? Это, прежде всего, станки и машины, которые там есть. Это станки и машины, готовые к использованию. Не мертвые, это не кладбище этих предприятий. Это живые предприятия, которые действуют. То есть это машины и станки в действии. И это материальная основа вообще развития общества. Есть план развития этой материальной основы? Нету плана развития. А как решается вопрос? Ну, как решается? Давайте сделаем комплексные программы. Если вы услышите комплексные программы, слова, это значит, они в один комплекс не увязаны, в единый комплекс. Поэтому это вам
Это комплексная программа вашего развития, вашего, это вашего. И каждый может отдельно распиливать эти деньги. А если вы сделаете одну программу на всю страну, то если вот там утащили деньги, то здесь не хватит. Как одеяло, если перетянули, значит, там раскрылось. Что мешает это сделать? Ничего не мешает, потому что, скажем, наличие капитализма, при наличии государства, ну, в интересах капитала можно сделать, в интересах государства, капиталистов можно сделать развитие культуры, что это противоречит вообще интересам капитала? Нет. Дальше. Если вы возьмете ядро экономики, и оно будет по плану развиваться, вы можете давать государственные заказы. А государственные заказы принимаются во всем мире. Кто отказывается от государственных заказов? Вы знаете таких капиталистов, которые не хотели бы получить бюджетные деньги? Такие неизвестные капиталисты. Поэтому не обязательно им давать задания. Заданий нет никаких. Вы хотите выполнить заказ? Пожалуйста, не хотите. Вот рядом у вас сидит. Он получит, а вы не получите. Вы прогорите, а он будет жить. И прогорают. Потому что они в бушующем этом море капиталистическом, они не знают, за что удержаться. А тут государственный заказ. Поэтому наличие государственного заказа означает, что для нынешнего развития материальной культуры, в том числе и капиталистической страны, если она уже на стадии монополистического капитализма, и если уже имеется государственный монополистический капитализм, хотя бы в зародыше уже можно делать планы и в соответствии с этими планами развивать. Тем более не надо думать, что чиновники лучше понимают, как потратить государственные деньги, чем Президиум Академии наук России. Но пока, я вынужден констатировать, вот картина выглядит примерно так в этом плане. Мы сейчас говорим о культуре. Если до этого, вот, вплоть до последней лекции, которая была только что накануне, я все время подчеркивал, что надо везде видеть классовую подоплеку событий, да, и с разных позиций рассматривать, с позиции одного класса, другого класса. А в культуре вот все эти классы различия, они угасают. Почему? Ну, потому что, так сказать, эта классовая борьба остается позади в истории. А материальные результаты и духовные результаты, они остаются для человечества навечно. Ну, кого это вот, так сказать, так уж особенно волнует, что Таврический дворец Екатерина подарила Потемкину? Поэтому улица одна называется Потемкинская, другая Таврическая, которая садик, Таврический сад, и в нем Таврический дворец. Дворец-то замечательный, и он создан так, что он служит, как говорится, не только одному Потемкину. Он прослужил феодальную эпоху, прослужил буржуазную эпоху, прослужил все время, когда в России был социализм, и сейчас он продолжает служить, когда опять капитализм. Но это же произведение культуры. То есть вопрос сейчас уже не в том, какая была борьба в момент его создания, а что это общее достояние, вошедшее в историю всего человечества. Это вот, это накопленный опыт, человечество материальный. Вот опыт такого здания, которое было бы не большой, не огромным таким, как сейчас строят, оно вот вроде бы и приземистое, но там зал на 2000 человек. А еще зал на 2000 человек в Мариинке. А вот уже более крупные залы – это юбилейные, СКК, ну, то есть они уже другого типа. А эти, так сказать, они даже не кажутся высокими. Там, когда выбирали помещение для проведения первого конгресса Коминтерна и начали думать и искать, может, в Европе провести, а потом выяснили, что лучше, чем вот у нас Таврический дворец, и нету. Неужели? Екатерина, наверное, в страшном сне не придумала, не приснилось бы ей, что там будет первый конгресс Коминтерна проходить. А я, говорит, подарила же Потемкину. Считайте, что это наследники Потемкина, он же патриотом был. А как еще иначе планировать культуру? Ведь культура имеет свои внутренние еще стимулы развития. То есть если существование ученых, обеспечено существование театральных деятелей, артистов, художников, писателей, поэтов. Ну, вы сами знаете, что у поэтов может быть много, а Пушкин и Лермонтов один, два, Некрасов три. Так?
И так в каждой области. Скажем, кто заранее может сказать, вот из здесь присутствующих, кто будет академиком, кто будет председателем Совета министров, кто будет президентом, мы не знаем. Но мы должны обеспечить такое развитие, чтобы никто в этом отношении не был обделен и, так сказать, его никого не тормозил. Причем это, ну, это на примере нашего университета это видно совершенно явно, потому что, значит, президент из нашего университета, с юридического факультета, премьер тоже самое, из того же самого факультета. Товарищ Иванов, который Сергей Борисович, глава администрации президента, с филологического факультета. Товарищ Кудрин у меня дипломником был, министром был финансов, возможно, меня судить будут. Его будут судить и меня, но не сразу, пока он еще так пользуется успехом. Если вы вообще посмотрите биографии, а Ленина с какого университета? А? О, Казанского. Он окончил наш университет экстерном, ну, отлично, по юридическому факультету. Казанского. Из Казанского выгнали его за революционную деятельность, а окончил он наш. А Керенский тоже наш окончил университет. Вот тут одно время была выставка, и вы ее не видели, поскольку у вас первый курс. 2 года назад выставка «Кто? Кто есть кто?» из нашего университета, наши выпускники. Ну, сплошняком там все, кто есть в Москве, почти все отсюда. То есть как вот можно определить или как-то предсказать, кто кем будет? Это вопросы, так сказать, во многом случайные, но на самом деле это вопросы, ну, работы тех, кто уже в духовной сфере работает. Каждый человек, вот интеллигент, если он интеллигент, а здесь есть присутствующие, это все интеллигенты в становлении, правильно? Чем он, так сказать, себя может прославить? Собственной деятельностью он может показать, на что он способен. Собственной деятельностью. И никакие ссылки на то, кто вам что преподавал, тут уже не играет никакой роли. Почему? Потому что вы самостоятельный человек. Я, не я вас же учу, а вы же сами учитесь, да? Я правильно понимаю? Вы учитесь. Ну вот, а я вам тут в помощь. И другие товарищи, которые с этой кафедры вещают, из других, они в помощь. Точно так же и сослаться на кого нельзя. Ленин, конечно, тут не сильно долго сидел, поскольку он пришел, сдал экзамен и ушел. Сейчас у него бы это не получилось, потому что у нас эта волокита была бы очень долгая. И у нас нет экстерната, просто нельзя прийти и сдать. Скажут, как это вы досрочно хотите сдать? Вот мне приходится эти проблемы решать, если хочу сдать досрочный экзамен. Ну, вот когда я учился, очень просто было. Идешь в деканат, получаешь направление. Такой-то Ивановой выдано. Вот. Я туда ставлю оценку, и она приходит, и ставлю зачетку. Она приходит в деканат, ставит ей ведомость. Все. Нет, сейчас это возможно сделать? Нет? Это страшное дело. Нет, это какие-то чрезвычайные случаи бывают. Отдельные чрезвычайные случаи. А вдруг вы быстрее меня будете заниматься? А как же я тогда? Я же такой важный, а вы раз у меня перегнали. Так что плохого-то в этом, если вы быстрее меня будете заниматься? Это же хорошо или плохо? Если кто-то из наших товарищей добьется каких-то выдающихся успехов. Это плохо, что ли? Нет, вы сидите, не торопитесь. На всякий случай сделали, чтобы вот, когда еще я учился в аспирантуре, я мог сразу пойти, я вот поступил, и сразу мне сказали, приходите, сдавайте экзамен по английскому. Я сразу пришел и сдал. Потом я подготовился, сдал другие. Как подготовил, собираются 3 профессора и сдают экзамен. Почему? Ну, потому что кто такие профессора? Профессора – это люди, которым докторскую дали, утвердил высшая аттестационная комиссия при правительстве. Звание профессора – высшая аттестационная комиссия при правительстве. А теперь… Вчера мне прислали форму, заполните, кто у вас будет руководство аспирантами будет в 2016 году. Если будут аспиранты, я приду и буду руководить. Что тут оформлять? Нельзя больше 2 экзаменов в одну сессию кандидатских. Ну почему нельзя? Если вы можете 4 сдать, почему нельзя? Ну если вы не сдадите их, это ваше дело. Там 3 сдадите, а 1 не получилось. Но если вы можете 4 сдать, почему должны тормозить? Почему надо тормозить вообще? Я, например, когда учился на матмехе,
Я за первые курсы сдал до 1 июня все экзамены. И пока остальные там сдавали экзамены в июне и мучились, я был пионер-вожатым, пионер-лагеря в Полянах. Красота, тепло. А в каком лагере? В Полянах. В университетском лагере. В университетском лагере нашего университета. Но никто это не мешал. Пожалуйста, хочешь, сдавай досрочно. Не хочешь, не сдавай досрочно. Не, сейчас вы что, досрочно хотите? Ни за что. Что, хотите больше меня знать, что ли? Ни за что. Ну, что плохого, если будете... А так и должно быть, наверное. Следующее поколение должно больше знать, чем предыдущее, или нет? Как? Или это будет... Я объяснял, что такое развитие, а теперь буду против этого, что ли, идти? Развитие означает, что это надо включение того, что было, и больше. Правильно? Это движение низшего к высшему, простого к сложному. Каждое следующее поколение должно дальше продвинуться. Только оно скорее должно продвигаться. Или когда уже будут старики, тогда они будут что-то такое делать. Я вот говорю, вот каждый раз спрашиваю, почему вы не пишете книгу или статью? Почему вы не пишете статью? Вам запрещили? Запретили писать статью? А что не пишете? Придете, когда постареете. Так у вас мозг будет уже старый. Чего вы ведете-то? Пишите статью. А вы чего не пишете? Сейчас бы сказали, я вот невнимательно вас слушаю, потому что дописываю статью. Я говорю, извините, я помешал. Ну, вот я понимаю. Ну, кто-нибудь вам запрещает вот сейчас? Ну, хорошо, экзамены в нем. Ну, статью-то вам никто не запрещает написать. Пишите. А книгу? Пишите. Ну, что такое книгу? Вы же не можете тяп-ляп написать. Вы, значит, план сделаете. Я вот когда пришел на экономический факультет, я там не учился, я писал статьи и давал всем читать. Все берут и читают профессора. Если вы мне принесете, почитайте и скажите свои замечания. Я почитаю и скажу. Но если вы ничего не приносите, я ничего и не скажу. Ну, а что я могу вам сказать? Что вы ничего... Я вот только и скажу, что вы ничего не написали. Пишите. Раз уж мы взялись, так сказать, за культуру, а культура у нас, культура духовная, сюда входит наука вся, правда? Безусловно. Сюда входит всякое искусство, литература, все музеи, все театры. Творите, пробуйте. Ну, чтобы творить, надо, чтобы там свет был, тепло было. Чтобы зарплата была, чтобы с голода не умирали. И чтобы они не зависели от того, сколько вот придут, так сказать, вы что. А сделаете дорогие билеты, это значит, вы как раз ту самую благодарную публику, которая поддерживает театралов, да, вы ее разгоните. А такая тенденция, к сожалению, идет. Когда Плетневу было 50 лет, мы со своим коллегой из Нижнего Новгорода, заведующим кафедрой экономической теории, товарищем Золотовым, сидели на втором ряду в Москве в концертном зале имени Чайковского. Он мне говорит, ты только моей жене не говори, сколько стоит билет. 6000 билет. Ну, вас бы я там уже не увидел по финансовым причинам. А коллега мой сказал, чтобы я только жене не говорил сумму. А поскольку моя жена сама любительница этой музыкальной культуры, но она не на таких местах сидела. А мы на хороших сидели местах. Ну, это во что упирается? А все то же самое упирается в это. Но надо же доехать до этой Москвы. Раньше-то это очень просто было. 18 рублей самолет, 12 рублей в купе. А сейчас я вот недавно ездил в Москву, в Думу, получать аккредитационное удостоверение, так сказать, в Думу. Ну вот, поскольку если поехать с Ладожского вокзала и в час ночи, то это 1500 рублей в одну сторону. И обратно, если вернуться тоже в час с небольшим, то еще 1500 рублей. 3000 рублей тут прокатиться до Москвы и обратно. А еще сравнительно недавно можно было 4 за 600 рублей. Уже все. Таких вы не найдете возможностей. А это же возможность, насколько широко при общении к культуре будет, правда? Ничего, вы посмотрите по интернету, если у вас есть компьютер. Если нет компьютера, у товарищей посмотрите. Если нет товарищей, ну... А
А тут норовят, так сказать, компьютер. Это с вас... Если, давайте вот смотрите по телефону. А телефон, это надо же платить же за интернет. Там платить. Мне вот подарили тоже товарищи на день рождения компьютер. Прямо с этим самым, с интернетом. Надо 360 рублей в месяц платить. А у меня еще дома есть выделенный интернет. Еще 300 с лишним рублей. Ну, 600 набегай. Программы. Вы знаете, сколько сейчас стоит? Кто их делает, программы? Ну, как вы думаете, кто делает программы Microsoft? Вот половина моего курса, который учился, с которым я учился на матмехе, в Америке. И все эти программисты на русском языке разговаривают. Поэтому, когда тут начинается, что у нас новая программа, никто, наши не смогут ее взломать. Ну, ладно, наши не смогут. Наши смогут не только ее взломать. Наши могут все сделать. Наши работали на худших, не таких хороших компьютерах, как американцы, поэтому наши изобретательные программисты, они могут сделать то, чего не могут сделать. Люди, которые имели хорошие быстрые машины, которые позволяли много-много и долго считать. А тут, значит, надо искать рациональные были решения всякие. Поэтому, скажем, что такое нынешний компьютер? Половина – это программное обеспечение, денег с него собирает. Ну, за одну и ту же программу сколько можно бесконечно продавать? Программа – это идея или не идея? Или это материальное благо? Программа – это материальное благо или духовное? Товарищи историки. Материальное. А? Материальное. Какое материальное? Это программа. Чего компьютеру делать, написано ему, последовательность действий. Какая тут, что тут материально? Вот мы в свое время, у нас было обучение такое, Алгол-60. Мы сами составляли программу на Алголе. То есть, что делать? А потом шли к этой машине, и нас к машине не подпускали. У нас стали М-20 и БЭСу. А мы набивали там люди на перфокарте, то, что мы написали. Если вы неправильно написали, не получите зачет. А правильно написали, запятые правильно поставили, прошла первая часть. Другие ошибки уже содержательные. И это идея, что делать компьютеру. Делать это. Вот написали программу, вот он и делает. Что написали, то и делает. Материально. Что тут материального? Это с вас берут материальные деньги, это да. Материальные блага. Чтобы вам дают идею, а эту идею, если я вам передал идею, она у меня осталась или пропала? Ну, так вот, а какая же может быть тут торговля такими вещами, как программа? Ну, один раз люди получили за то, что изобрели эту программу, хорошо. Заплатите им очень хорошо, и хватит. А что, в следующий раз-то вы со всех собираетесь со всего мира. Ходят, со всех трясут деньги. Вот если я вам авторучку отдал, у меня не останется. А если я вам идею отдал авторучки, она у меня все равно останется. Вот я вам рассказываю, читаю лекции, я вам передаю. У нас там так есть такое увлечение на кафедре, два товарища. Они рассматривают так конспирологически это все. Вы как бы все шпионы. Вы хотите выведать то, что я знаю. Сидите на лекциях и выведываете. А я тоже как бы шпион, контршпион. Потому что когда будет экзамен, я буду выведывать то, что вы у меня выведали. Потому что я буду у вас принимать экзамен. Я тоже шпион. И все мы шпионы. Ну, если я вам идею какую-то рассказал, я вам рассказал сегодня, что такое культура. У меня что, не осталось в голове этого? Осталось. Значит, обмен тут может быть? Какой тут может быть обмен? Это не обмен. А Пифагора вам не жалко? За теоремом Пифагора ничего не получает ни он, ни его родственники. А сколько родственников, знаете, уже у Пифагора? А Вирштрасса вам не жалко? А Ньютона? Ньютон плохой, что ли, был философ? Ну, вам каких-нибудь историков прежних тоже, вы, наверное, знаете, вам не жалко их? То есть часто собирают деньги за что? За идею. А идея кому принадлежит по происхождению? Идея – это результат развития всего человечества, или не так? Но для того, чтобы появились программы, надо, чтобы человечество развилось и развило математику вовсю, и соответствующую технику развило, правильно? В том числе средства там и передачи данных, и накопления данных, и прочее, прочее.
Еще когда мы были студентами, нас на военной кафедре учили программировать в командах. И тогда мы, так сказать, нам объясняли, что вот машина может только складывать в двоичной системе. А в двоичной системе, значит, 0, 1. И в следующем разряде, если к нолику прибавить нолик, будет нолик. А если нолику прибавить единица, будет единица. А если к единице прибавить единица, будет единица в следующем разряде. Потому что там или идет ток, или не идет ток. И больше ничего машина не может. Она дура. И она только может вот это вот складывать, только умеет складывать и складывать. Больше ничего она и не может. Остальное все это программировать надо. Идеи надо иметь, чтобы это все осуществилось. Но зато очень быстро. Она так быстро складываешь, а не успеваешь оглянуться, уже посчитал. То есть в области культуры, с областью культуры и с культурой эти вот торгашевские представления о том, как торговать идеи, несовместимы. Сколько стоит идея полет человека в космос? А почему родственникам не платят? Вот Microsoft за все получает, такой шустрый. Хотя с ним борются некоторые товарищи. Есть? У кого-нибудь есть машина на Linux, нет? Свободное программное обеспечение, то есть которое можно бесплатно установить. Вот у меня есть одна машина, мне установили Linux. Там нет никакого антивируса. А почему? Потому что вирус никто туда не шлет. Потому что те же самые люди, которые хотят с вас забрать за антивирус, чтобы вы захотели антивирус, пришлют вам сначала вирус. И тогда вы очень захотите и вызовете меня. А я раньше был хакером, а теперь работаю в компании, которая обеспечивает антивирусную защиту. А кто может лучше обеспечить антивирусную защиту? Те, кто сам это делал все. Причем, если вы используете идею прогрессивную, то вы пират. Вот я смотрю, по лицу вижу, что вы пират. А где у вас эта повязка на глаз? Почему не надели? Пират вы. Выходите вот то, что я вам сегодня рассказал, потом используйте в течение всей жизни и мне ни копейки не платить. Вот я вас раскусил. Вот особенно вас раскусил. Вы запомнили, что я вам говорил, и будете это потом вот за свое выдавать. Но я, правда, тоже не все сам придумал. Я честно говорю, иногда на Гегеля ссылаюсь. Гегеля жалко. Он ни черта не получает. Ни он, ни родственники его за это. Маркса жалко, Энгельса. Фейербаха жалко. Спинозу жалко. Канта особенно жалко. В Калининграде он там в отдельном месте жил. Как они-то не получают за свои идеи? А посмотрите, что сейчас происходит. За всякую идею давайте деньги. Хотя, тот же самый антивирус, вот, например, вы можете установить свободный антивирус, а вас, да? Хороший антивирус. Только он вам каждый раз просит, дайте электронную почту ему время от времени, да и все, успокаивается на этом. Но продвинутую версию давайте за деньги. Ладно, пусть будет задвинутая версия, но защищать. То есть за каждое движение идей люди, которые один раз уже работу сделали, хотят за эту работу бесконечно получать деньги. Ну вот я, скажем, сейчас вот такого уже нету, чтобы получить гонорар за рукопись. Но в свое время мы с товарищем Моисеенко, деканом экономического факультета, опубликовали книгу в Ленинграде. Называлась она «Демократический централизм. Основной принцип управления социалистической экономикой». И там раскритиковали всех рыночников наших. Тираж был 15 тысяч экземпляров. Ну, сначала нам дали 60% гонорара. Такой солидный гонорар. Когда мы закончили книгу, и она вышла, дали остальные 40%. А сейчас наоборот, я вот книжку написал, и я, какие деньги у меня были, я их все истратил на то, чтобы издать книжку 500 экземпляров. И то мне товарищ помог. Я на 500 экземпляров не натянул со своей зарплаты. А там 15 тысяч было. А что касается авторского права означает, что если вы будете что-то использовать, какой-то текст, вы ссылайтесь, смотри тот там-то, и цитату, допустим, сносочку дайте, больше ничего. А почему деньги-то надо давать за идею?
То есть вот идея культурного развития, культурное развитие на сегодня столкнулось с проблемой Чистогана. Дескать, как бы за каждый шаг в этой области духовной брать бы деньги. Вот, за каждый. Вот как бы вместо того, чтобы вас учить, продавать бы вам бы образовательные услуги. Хорошая идея. А то вы тут разбаловались, вот сидите, ходите, приходите, не приходите. Образовательные услуги. Так теперь это и оформляется. Если. Мы торговцы образовательными услугами. Тогда как распространение идей, казалось бы, для ученого, для художника, для артиста. Ну, чем больше людей увидит его творение, тем лучше же ему или нет? Но это взгляд, конечно, не торгашеский. Не грязно-торгашеский. Дескать, как это... Вы будете смотреть, они заплатили. А вы почему не заплатили? Вот Гелий Коржов выставку устроили в Москве. Выдающийся наш реалист. Сейчас как раз она. В Московском доме художника. Потрясающее у него произведение. Но надо деньги заплатить, если хотите посмотреть Гелия Коржова. А он же это вот, так сказать, это наше... Богатство духовное. Это величайший художник, признанный во всем мире. И в том числе и американец, который ему некоторые картины покупал, понимая, кто он такой, привез их тоже на выставку, эти картины. Гелия Коржова. Ну, платите деньги. Хотя, вроде бы, действительно, если вы там, надо же организовать выставку, привезти, затратить материальные средства. Ну а что, у нас государство даже вот такие, скажем, выставки самых лучших своих представителей нашей русской культуры не может организовать так, чтобы народ не отсекать деньгами от того, чтобы они приобщались к высокому. Вот я что должен сделать? Вот вас отсечь от приобщения к высокому искусству или привлечь? Ну что должно делать общество, государство? Привлекать? И кого отсекает? Ну, кого? Ну, вот студентов надо отсечь, потому что с такой стипендией... Куда вы пойдете? В какой театр? Я бы вам предложил сходить в театр. За какие деньги вы купите? У родителей только выпрашивать надо деньги. Ну, так надо к родителям обращаться тогда. Тогда получается, что люди, которые уже великовозрастные, они еще как дети. Тогда, как, скажем, вот я, так сказать, помню то же самое свое детство, но я решал, куда мне пойти, в какой кружок. Потому что я сел на трамвай, доехал до Заставской, пошел в Дом пионеров, думаю, там хожу, какие есть кружки. О, художественного слова, сюда пойду. Пришел, там интересно, там всякие поговорки говорят. Шит колпак, да не по-колпаковски, никак его не переколпаковать, не перевыколпаковать. Ну, думаю, это интересно, это хорошо. Вылимали сливы, мыли воду, слили. Саша шла по шоссе и сосала сушку. Все, пойдет. Потом еще другой кружок. Потом надоел мне этот кружок, пошел в спортивную школу, лыжником буду. Дали лыжи. Никаких денег, только никто не спрашивал. Лыжи дали. На сколько? Ну, на сколько будешь, пока будешь заниматься, конечно. Не будешь заниматься, принеси обратно. Дали лыжи. В школе выдавали лыжи. Катайтесь, сломаете, принесите обломки. Вам дадут новые лыжи. Вся разница. Но те, кто форму нужно носить какую-нибудь спортивную, вам выдали форму. Вы ее-то, пожалуйста, не рвите специально. Если порвете, да, вот это рваное, это принесите, вам новые дадут. А что, такие бешеные деньги, что ли? Но если мы хотим, чтобы молодежь приобщалась к искусству, то сейчас говорят, так давайте мы... Хотите играть в футбол? Платите деньги. Хотите спортом заниматься? Фитнес. 15 тысяч всего. Чего вы не ходите на фитнес? Вот прямо на углу. Идите на фитнес. Ну, мы играли везде в футбол. А где вы сейчас в футбол будете играть? Все закрыто. Все закрыто. Или за деньги. Во дворах можно играть в футбол? Нет. Там стандартно таскают. Но для детей малых там есть горочки. Карусельки и качельки. А дальше, а вы вот идите в наркоманы, потому что, а что, куда еще идти? Что еще делать-то, молодежи? На всякий случай сделаем библиотеки, чтобы работали с 12 часов до 7. То есть вы вот когда уйдете уже, а когда придете, они уже закрываться будут. А я вот
в таком возрасте, помню. Выходишь на Одесскую, у нас публичка была. Это вот сейчас залы публичной библиотеки, где газеты. Это моста через Фонтанку. И там была очередь в воскресенье утром, в 9 утра, до Невского. Ну, открывает, быстро очередь проходила, и пошли и читаете. И целый день пошли вы, и целый день там читаете. Все там есть, буфет там есть, можно сходить в буфет, и поесть, и почитать, и все подготовить. Зачем приходить в библиотеку, она в 12, по всему городу так работает, 12 начинает, всем заканчивает. И что туда собираться, в эту библиотеку, только ходить взад-вперед. На всякий случай, у нас, не знаю, как у нас вот уже кабинета философии нет. А наш вот зал общественных наук восстановили, нет? Угу. Уже открыли? Да. Слава тебе, Господи. Бога нет, но все-таки он, наверное, подумал об этом. Восстановили, это хорошо. А то уж совсем было тяжело. Но без библиотек как можно вообще существовать? Правда? Никак? Нельзя? Ну там же еще, слава Богу, с нас денег не берут. А могли бы начать и брать. А чего, собственно говоря, вот вы так вот читаете, просто так вот читаете? У нас такое время сейчас, а чего вы тут так просто читаете? Это у вас еще руки у бизнеса не дошли до этих библиотек. Нет, зато у нас сделано, чтобы никто не пришел и не попал в нашу библиотеку сейчас. А то вдруг придет кто-нибудь из другого факультета и начнет читать. Или ко мне на лекцию кто-нибудь придет и будет слушать. А он деньги платил? Нет. Тогда у нас вертушки стоят. А вот сколько мы прожили без вертушек? Это деньги же надо было затратить на эти вертушки. Это люди зарплату получали, чтобы делали эти вертушки. Это чтобы никто не узнал то, что вы знаете. Чувствуете, как высоко у вас ценится сейчас идея? Ну, чтобы у вас была монополия на истину. А то с улицы придут и будут слушать, вольнослушатели. Как это так? Вот смотрите, столько мест, тут они бы заняли тут все, и нам бы ничего не осталось. То есть вопрос о культуре, он, конечно, безусловно, пока эта культура находится в движении, пока она развивается, он связан с устройством общества. Но как только культурные достижения переходят в историю, то есть продолжают служить человечеству в виде того, что уже накоплено, в них затихает всякая классовая общественная борьба. Кто они, при каких обстоятельствах, это интересно изучать, но они уже принадлежат всему человечеству, как тот базис духовный и материальный, на основе которого продолжает развиваться общество. И поэтому, как вы заметили, мы вышли за рамки того рассмотрения, которое у нас было до этого. Мы говорили об общественно-экономических формациях. Когда мы говорили об общественно-экономических формациях, мы рассматривали что? Базис, способ производства и соответствующую ему политическую и идеологическую надстройку. Культура туда не вписывалась. То есть вписывалась, но она не... мы абстрагировались от нее. Мы абстрагировались от культуры. В понятии общественно-экономической формации понятия культуры нет. Это вот непосредственное влияние способа производства на все остальное развитие, на все остальное развитие без разделения. А вот сейчас мы можем сказать, что несмотря на всю важность теории общественно-экономических формаций, она не исчерпывает описание общества, изображение общества. Правильно? Как вы собираетесь без культуры, что ли, рассматривать формацию? Каждой формации соответствует соответствует развитию культуры. Оно связано с типом формации. Почему, скажем, мы знаем, что можно сколько угодно доказывать, как было трудно и плохо жить в 30-е годы, но самые веселые и светлые песни именно того времени, а самые заунывные нашего времени. Ну, песня – это же душа народа. Вы душу народа никак не исказите, как вы не старайтесь. Точно так же, как русские народные песни. Ну, не было магнитофонов, кто бы их записывал, если бы они были плохие. Ну, не могут передаваться плохие. А вот сейчас могут передаваться какие угодно. Мы на флешку запишу и буду вас громко включу, и буду мучить.
Сейчас можно это делать. А раньше это было невозможно сделать. Но технический прогресс позволяет теперь. Вот, то есть мы не должны ограничиваться понятием общественно-экономической формации. То есть общественно-экономическая формация – это основополагающий инструмент методологический для того, чтобы мы понимали, о каком обществе идет речь. Но как только мы понимаем, что речь идет о такой-то формации, а какая здесь культура? А еще надо чтобы знать. А национальный вопрос должен быть учтен? Или это безразлично для развития общества? Не безразлично, правильно? Вот национальный вопрос должен быть учтен, и поэтому на следующей лекции, то есть в следующий раз, в среду, у нас будет лекция, посвященная национальному вопросу нации, под названием «Нации». Это тоже вопрос, который заслуживает внимательного и серьезного рассмотрения. И который, вот когда мы говорим о формации, он никак не затрагивается. Причем тут нации? Классы – это классы, а нация – это нация. Зачем другое деление? Что это такое нация, понятие нации, как нация связана с национальностями, как она связана с народностями, как она связана с таким явлением, там, с племенем, или, как теперь говорят очень просто, те люди, которые не хотят ничего различать, с этносом, этнос. Ну вот, до следующего раза. Спасибо за внимание. До свидания.